Подруга. Подруга. Подождите, Дискорд для них тоже подруга, что ли? Хей-хей-хей, подпишитесь на мой канал, и будет вам дружба-магия. Привет тем, кто будет смотреть это в видосе, с вами Флаттергрин, и мы сегодня будем делать реакцию на поняхи взгляд. Это я продолжаю записывать во время стримов, поэтому давайте-ка начнем. Первая серия «Взгляд». Поняхи. Поняхи. Рерити, Свитибель, я очень рада, что вы пришли. О. Думаю, можно начинать наше маленькое чаепитие. Ой, прошу прощения. Энджел, ты снова чем-то недоволен? Как всегда. Пожалуйста, давай мы не будем сейчас. Что? Что это еще за выражение? Что ж, я этого не хотела, но похоже, кому-то надо преподать хороший урок. Вау, Поттершай своим взглядом способна утихомирить кого угодно. Это точно. Кстати, мне всегда было интересно, как ее взгляд выглядит со стороны животных. Вот и все. А теперь время чаепития! Замечательно. Отличный взгляд. Так. И следующую серию сразу же. Дружба. Поняхи. Поняхи. Ой, мне так нравятся наши новые футболочки. С их лицами, с подписью Best Friend Forever. Классно, я их просто обожаю. Да, эти футболки отлично показывают, как сильно мы дорожим нашей дружбой. Да. Дискорд, ты иногда такая лапочка. А, я вспомнил, что хотел посмотреть. А, все. Звук записывается нормально. Я прям не могу. А я всегда говорила, что Дискорд лучше всех. Ой, ну ладно вам. Хватит, прекратите. Хотя нет, продолжайте. С тобой не соскучишься, подруга. Держи подарок. Спасибо за подарочек. Хоть я и не видел его. Но, тем не менее, увижу после того, как закончу реакции. Так что подожди, пожалуйста. Спасибо за донатик. Подруга. 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 Подождите, Дискорд для них тоже подруга, что ли? Подруга. 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 Вот и видишь, вот что с нами станет, если мы и дальше будем хорошенькими. О боже, ты права, мы должны снова перейти на сторону зла. Немедленно. Я сейчас не понял, это ни о чем вообще. О том, о сём. Ладно, продолжаем. Фотоальбом. Поняхи. Поняхи. Вот еще одна прелестная фотография. Первый день Рерити в летнем лагере. Какая она милая. Это точно. Только плакала она тогда очень сильно. Не хотела расставаться со своей мамочкой. Мам, может хватит показывать мои детские фотографии? Ладно тебе, Рерусик. Что в этом такого? Я же просила никогда не называть меня Рерусиком. Ой, точно. Я совсем забыла. Прости, Рерочка. И так тоже называть меня не надо. Рерочка. Такая серьезная. А вот смотри, здесь она надела мое платье, сказала, что хочет быть такой же красивой, как я. Ей это даже почти удалось. Пожалуйста, перестань, ты меня смущаешь, милая, в этом нет ничего постыдного. Да, Рерити, это же воспоминания, твоя мама просто хочет ими поделиться. Ну да. Спасибо, Флаттершай, ты просто очаровашка. Неудивительно, что моя дочь в тебя втюрилась. Что? Не, ничего. Хуже уже точно быть не может. Ой, а вот фотография, где она сидит в ванночке. Ладно, думаю, хватит с нас фотографий. О,
наклевывается какой-то сюжет, связанный с любовью между Fluttershy и Rarity. Ладно. Было забавно. Но вот такая вот была реакция, которая длится целых 5 минут. Как много. Ладно. Всем, кто смотрел видосик, спасибо. Лайк поставь и подпишись.